конференции. Не, ну, конечно, тяжелейший был матч, и просто у меня никаких сил сейчас не осталось. Хорошо, сейчас два выходных дня. Ну, совершенно был равный матч, в принципе. Конечно, дальше уже просто решала удача. В общем-то, я просто оказался удачливее, надо сказать, в конце. Матч был абсолютно равный. Ну, кто-то должен был выиграть, кто-то проиграть, и получилось так, что я выиграл. Но, честно говоря, ну, мы боролись оба очень сильно, как бы борьба была жесткая, и просто, опять же, повторюсь, немножко мне больше повезло, но я, конечно, счастлив, но, с другой стороны, я понимаю, что на месте Тимура, конечно, проигрывать такой матч, конечно, страшно неприятно, но это жизнь, что тут поделаешь, но я хочу поздравить с хорошей игрой, с хорошей подготовкой, и это был один из самых трудных матчей в моей жизни пока что, и я вижу, что Тимур сделал очень серьезный прогресс, здорово подготовился и усилился. И, может быть, это был очень один из самых тяжелых соперников здесь. Поэтому, в общем, как бы я понимаю, сочувствую ему, потому что был уже практически вот-вот победа была рядом. Но что делать, это спорт. Да, ну спасибо, конечно, за такую оценку. Мне приятно, что был оценен мой вклад в Фердевый гамбит, частичный. Вот. Когда я, в принципе, эту позицию проиграл с ладья-слон против ладьи-слона, то я уже, честно говоря, почувствовал, что что-то не то происходит. Как бы удача куда-то уплывает просто. Потому что первый партий мне казалось, что все-таки понятно, что там было много ошибок объективных и так далее. Все, ну, красиво я нашел этот конь H6, GH, ферзь E5, конечно. Я видел, на секундах. Я надеялся, что да, я тоже думал, что там что-то будет, и все время проверял. Конь H6 пошел уже, ну, естественно, в виде ферзь E5, иначе, то есть зачем отдавать коня, ну, как бы там, да, на F6 бить, это ладья, ну, может быть, тоже какие-то ладья E1. Ну, это ладно, это считать надо там, это другая тема. Вот. Я, конечно, первую партию хорошо играл, мне кажется, то есть с практической точки зрения и с точки зрения счета, то есть я имею в виду блиц, конечно, да, то есть рапид мы сейчас не смотрим, там шла такая боксерская игра немного такая, кто первый или удар пропустит, или что-то там произойдет не так и так далее. Ну, в принципе, мы относительно аккуратно, мне кажется, все-таки играли. Я думаю, что после первой рапид партии, которая у меня была, наверное, не очень приятная позиция, мягко говоря. То есть там фигуры заходили, при случае, по-моему, проходил комбо F7. Ну, это как бы для аналитиков оставим. Вот. А дальше в блице, ну, очень интересно было на самом деле. То есть мне было интересно, я боролся, то есть на всю катушку. То есть мне казалось, что в какой-то момент матч практически выигран, когда я получил этот ладья со слоном там и так далее. Ну и после этого, конечно, короля, наверное, не туда повел вперед, то есть на F6 время попадает под матовые сети, то есть немного непрактично. Или, может быть, даже не надо было пешку B брать. Ну, в общем, это, конечно, анализировать блиц немножко сложновато. А в третьей блиц-партии Владимир Борисович ничего предложил в какой-то момент. Ну, там действительно позиция была примерно равная, но просто мне казалось, что еще какие-то есть варианты. Есть какие-то варианты поднажать, то есть куда-то зайти, может быть, по линии Е ладьями. Но когда уже одна пара ладей сменилась, то после этого немного сложновато было играть, потому что ладья все время заходит на Е6, пешка D5 фиксирует весь ферзевый фланг черных. И там, конечно, я допустил какие-то помарки под конец, наверное. Наверное, тоже как-то держалось. То есть, наверное, надо было королем быстро на А6 зайти, ладья F5, бить на D5, все сметать эти пешки с доски, там, наверное, ничейная позиция. Вот. В последней партии определенные шансы у меня были. В конце даже, честно говоря, наверное, на ферзь E3 король F1 я мог пойти. То есть я думаю, что там надо считать этот ферзь F4. Но ферзь BTF4, GF, король F2. То есть это в позиции, когда черным надо не проиграть, это неприятно. Потому что король F3, G4 бьет H4. И эта позиция, то ли она успеет король на F5, не успеет король на F5, это уже как-то тоже как-то на удачу. То есть мне кажется, что в принципе такая позиция, наверное, уже выиграна, скорее всего, у белых. Хотя D8, D7. Ну, как-то, не знаю, конечно, ферзь E5 еще. Ну, то есть, может, она даже объективно не выиграна, черт его знает, непонятно. Там черные стоят, в принципе, на месте. То есть, я не знаю, может быть, прогресса как такового нет, но там уже игра шла руками, реально. Да, то есть там игра шла руками конкретно. Вот. Всего одна, как бы, всего перевес как бы в одну партию общий решил. То есть, очень сложный, тяжелый матч. Вы видели, конечно, частично
25-27 ходовые ничьи, но они как бы ни о чем не говорят. На самом деле у нас фактически вся игра практически велась все время дома. То есть мы все время смотрели, мне кажется, вот эти вот основные варианты постоянно, то есть что-то повторяли. Очень огромное количество там вариантов разных разветвлений, в которых черные могут попасться или то есть белые могут попытаться поддавливать. Все как бы надо было повторять. Очень большая работа, мне кажется, была проведена, и в принципе у нас встретилось бесчисленное количество ферзев-гамбитов. То есть там это буквально, я не знаю, Капабланка Алехин, правда, я не знаю, кто я здесь в данном случае, но все же как бы там d4, d5, c4, e6 я вообще в последнее время только в партии Ананда Стопаловым видел. И по большому счету как бы такой дебют, который с тех старых времен, ну хорошо, Каспаров-Карпов матчи, понятно, но за последнее время мы ни разу, мне кажется, не видели его в таком количестве. Вот, потому что то есть практически все, ну если не ошибаюсь, все 8 партий, ну один каталон и остальные 7, то есть в ферзевом гамбите. Так что наиграли дебют и по большому счету... Продвинули теорию. Да, продвинули частично теорию. Да, в общем, ну я, не, конечно, понятно, неприятно. То есть я, конечно, хотел выиграть, то есть у меня были шансы реальные на это после первой блиц-партии. Но потом после того обидного поражения как-то мне казалось, что... игра немного перевернулась. Может быть, я, если бы согласился на ничью в этой партии, то есть в третьей были бы шансы. Но это из серии того, что как бы бессмысленно даже анализировать. Это блиц, и, соответственно, конечно, высочайшее напряжение, нервное у обоих соперников. То есть с этим связаны ошибки, которые вполне вероятно, что там, может быть, даже в интернете там, или где-нибудь в парке, играя, не допустишь. Но в какой-то момент все-таки нервы сказывались. И особенно вот последняя партия, то есть там, когда уже у черных была ничья, мы, по-моему, ферзь Е5, там вместо ларец Е8. То есть там даже у черных, наверное, лучше ладья Д6 потом как бы... Не, ну да, я хотел форсировать ничью, я думал ферзь Д6, ладья C3, шах, посчитал. Ну да, там взял на H3. Ладья B3, шах, короче, да, один ладья H1, шах. Я увидел форсированную ничью и решил пойти, так, хотя там... начнем с того, что, во-первых, может, это не форсированная ничья, а во-вторых, как бы, да, может, конечно, проще было взять ферзь Е5, ладья Д6, мне казалось, ну, что как уже закончилось. Так хотелось сразу сделать ничью, что... Да, но ну, там трудно уже что-то комментировать, там, конечно, уже просто нервы идут и усталость, все-таки надо не забывать тяжелейший график, то есть мы играли 5 дней подряд, и сегодня тяжелейший матч, то есть, конечно, я, по крайней мере, очень устал уже в конце, то есть играл уже чисто, что называется, на воле уже, голова уже так с трудом соображала, но чуть-чуть все-таки соображала. Такие соображения. Да, не, ну там в какой-то момент что-то неожиданно они сломались, ну, не знаю, исчез, то есть после какого-то очередного хода, и как бы я не знаю, что в этой ситуации делать, то есть я спросил, чтобы, ну, почитали правила и сделали соответствие с правилами. На самом деле такого четкого вроде нигде не написано, то есть есть правила классических шахмат, да, в блице вроде не написано конкретно, что делать в этой ситуации. То есть, ну я не знаю, то есть дело в том, что с одной стороны как бы в той позиции она объективно ничейная, но, конечно, как бы это, я считал, по крайней мере, оказалось, что нет, но я считал, что это было против меня, потому что, ну, как бы обстоятельства, да, против меня, потому что, конечно же, пока часы ставят, человек может, ну, сообразить там какие-то, ну, это, естественно, тут никто не виноват, но как бы такая ситуация. Я просто хотел узнать правила, я спросил, мне принесли правила, там вроде таких четко не написано, но, в принципе, по духу, больше, что все-таки надо продолжать партию с теми же самыми. Ну, окей, мы продолжили. Как бы, вот. Да там сразу 0-0. То есть, там они вообще... Там... И циферблат просто исчез. Просто вообще нули исчез. Не видно ничего на циферблате было. Не, видно 2-0 просто. 2-0 просто, ну, да. То есть они просто... Кроме них я, ничего как бы, я такого у меня никогда не было. Такого, но я, правда, не играл. Я не знаю, что обычно происходит. У меня такое впервые. Я не знаю, почему они вдруг сломались ни с того ни с сего. Но как бы я считал, что после этого у меня вообще нет ни одного шанса, потому что, ну, дело в том, что как бы, ну, у меня был единственный позиция уже была совершенно ничейная. Мне кажется, что единственный мой шанс где-то на секундах там случайно. А когда перерыв, я считал, что как бы это меня добивает окончательно. Но получилось, мне просто повезло, конечно. Но на самом деле, да, то есть такая странная ситуация получилась. Блин, насчет чего?
А, нет, то же самое, ну тут ясный там был момент, то есть там часы отключились как бы, ну, нет, с этими часами бывает такое периодически, у меня были такие часы, которые, то есть действительно при нажатиях, то есть они ломаются и так далее, ну как бы это редкий случай, когда просто, по-моему, шлепаешь, ударяешь по ним, что-то такое, ну это с любыми часами, с любым механизмом, мне кажется, может быть, если по нему стукать силой, которой мы стукаем, и, то есть, соответственно, там. Не, ну я как бы блиц обычно не играю, то есть. Поэтому у меня, по-моему, это впервые, что так вот просто исчезли. То есть даже вот в этом блиц-турнире там бывали какие-то проблемы с часами, но вот у меня ни разу еще не было вот в этом мероприятии, чтобы они просто сломались. Как бы, хотя там близко, все бьют. То есть, не, ну я, да, Растим говорит, что бывает, да, бывает. Но как бы, конечно, для меня это было не очень хорошей новостью, как мне тогда казалось. Оказалось, что просто повезло, да. Но в принципе, не, ну с другой стороны, да, не знаю, может, надо все-таки часы как-то усовершенствовать, чтобы они не ломались. Я не видел, арбитры поставили, видимо, с камерой, да, они посмотрели, я не знаю, я вообще не видел, сколько было времени в этот момент, ну, как бы они поставили, я так понимаю, что в соответствии с, наверное, камерой они посмотрели, да, или там, а же арбитр, он же смотрел, мы-то, у нас не было времени смотреть, нам, я, честно, даже не знал, сколько времени там оставалось. По 21-15 поставили, в пользу белых, так и было, да, так и было. Там позиция такая, что после слона c2, я, честно говоря, не знаю, там особо секунды 5, например, что-то решают или нет. Я уже не видел после слона b3, что ходить. Ну, слон c2 он увидел, да, скорее всего. Не, ну как бы мы, что значит, получилось так, но если бы Тимур не ошибся, наоборот, было бы на руку ему, это просто так получилось. Она, объективно, любой профессионал скажет, что эта основка на руку слабейшей стороне, это 100%. Объективно. Но другое дело, что получилось не так, но как бы очевидно, что это было мне не на руку. То есть это совершенно очевидно. Я был очень этим недоволен, и как бы были свидетели, что я считал, что это просто меня абсолютно лишает всяких шансов. Но то, что... Я тоже сомневаюсь в вашей объективности. Так что давайте закроем этот вопрос. Не, ну я лично считаю, что нормально 4 партии. То есть, ну, как бы, конечно, 2 было бы лучше, не так утомить, но вообще 4 это такой серьезный матч. То есть, это, ну, мы хотим исключить как бы случайность. С моей точки зрения, это нормально. Ну, не знаю, есть, я думаю, будет разное мнение на эту тему. А насчет регламента? Нормальный регламент, мне кажется. То есть борьбовый регламент. То есть, как бы, ну, надо бороться. Как бы все профессионалы приехали играть, соответственно, за высокие как бы титулы и, соответственно, проходить наверх, то есть должны работать, а как играть? Одна партия, 10 выходных, то есть, мне кажется, это очень нормальный график совершенно, то есть, и тем более 4 rapid партии, это же не 4 классические в один день, как Бранштейн предлагал, например, то есть тут зависит, или там, например, он предлагал 8 рапидов одновременно, там, ну, разные были мнения, то есть я думаю, что, в принципе, регламент нормальный, не вижу никаких проблем. Тем более есть 2 дня потом отдыха после матча. Без вопросов. No more questions?